Вы знаете уже, сэс Блясес, что мы практически человечество, деяли инсония, давно отказались от волшебства. Сехардан давно анча боген умуман воз кечваргенымызге. Сехарры хайотта ишлятшты. Да, согласны с этим розом, со шублен? Моджизадан, благодарю, моджизадан. Сехармас моджизадан, благодарю. От волшебства. То есть мы и не верим, басхам ишанвимас, это касается нас всех. Моджизана на ишанамас, на коллимас, да? Я имею в виду во всем, я не ман, хамма нарсадад яман. Вот во всем. Да? А на самом деле не существует этого волшебства, да? Бу озас моджизана сехар, оз мауджитамас, да? Но есть такие моменты, лекин шунака хайотамызда джарайонла бар, которые вне времени и пространства решаются, да, мгновенно. Шунака джарайонла бар, вахт из масофасиздикта хал боладиген джарайонла бар, онда хал боладиген джарайонла, то он? Вот тогда мы говорим, это волшебным образом случилось, да? Яни шундай тамыз бза моджиза болдымыз, да? Потому что волшебство не требует ни времени, ни пространства. Чунки сехр моджиза на вахт на масофа талап кылат. Теперь энди мы когда мы отказались от волшебства, от волшебных процессов в нашей жизни. Качом за воскечкиам с муджизадан. Хайотам изда. Давайте сейчас закроем глаза. Хозар козамзи ёпамс. И спрашиваем, когда я отказалась от волшебства в моей жизни. Хайотам деге. Муджизадан качом воскечкиам. Покажите мне эту ситуацию. Маги бувазет курсата берили. Я готова вспомнить, если шкета йорма. И вы можете вспоминать какую-то ситуацию. Хайстру вазет есизги келеши мукон, где вы чувствуете сизватке, что вот в этом моменте вы отказались от волшебства. Айна шупайте сиз муджизадан воз кечкенис хакада. В основном, обращайте внимание, Ахамед Берин Асосан, это тот момент, когда нам нужна была помощь, бзаги Йордам Керейпайта, и нам помощь не пришла. Йордам Кемагенда, мы отказались от волшебства. Шунда воскичкем с Моджизада. То есть, когда мы думали, что сейчас что-то будет и все решится, намадр болят хасхам, асхал болят болегенамызда, да, куткен нарсамыз болмагенда. Это когда не получилось то, что мы ожидали, правильно? Угу. Вот, и так идет все годы у нас. Вахуду шунда харбр елемске турет. Но волшебство это свет на самом деле. Муджиза бун нур аслада. Это сознание света, бун нуранги. Это сознание любви, бун севгианги. Только в свете и в любви вы можете осуществлять все, что вы хотите, тогда, когда вы хотите, и без времени и пространства. Пока севге ангида, ва нур ангида, дай мухохлеген нарсизда, вахт ва масофасызликта, жудет тез, онада яратолясыз. Понятно, да? И когда я сама вспомнила, что я давно, оказывается, отказалась от волшебства, маузым если янда анчадан бере машу муджизадан воз кечваргенама, что это случилось именно в детстве, айнам болялигимда бунарса бугенана, я тоже прям вспомнила все эти моменты бухар барджарайон, и следом да, и я сказала, а почему я не использую это, неге буны ишлят мяпма? Почему я не впускаю волшебство, да, неге кыргызге мяпмайчымге, да? Вот, теперь, все волшебство, это просто мы говорим слово волшебство, да, и они муджиза созана айтвамску, но на самом деле это просто сознание света, когда мы все через свет решаем, через свет впускаем ситуацию, да. Вазиятке нур кыргызыш, ва нур аркали халкылыш,
Bu osha bize aytayotgan mo'jiza bo'ladi. К чему это? Неге бұлы гепарлават? Это к тому, чтобы вы уже создавали вашу ситуацию, вашей жизни, ваши желания и вашей жизни самым масштабным образом. Харбар вазияты изы, хайот изды, эйн котта масштаблихта, эйн котта кенгликта, амальгаш ролшиз учун. Тогда, когда вы хотите, хохлеген пайт изды, самым быстрым образом, сверхскорости кванта, кванта излигден юхары тезликледа, или сверхскорости света, йоки нур тезликден юхары тезликледа, просто амальгаш ролшиз учун. Поэтому я хочу вам сказать, что начинает махчидан кисызге, что ваша задача созывать эфес шундаки, чтобы вы научились очень легко жить. Знаете, балясызма, когда мы говорим очень легко жить, біз еңгіл яшаш дамызку, или мы говорим расширенно кен яшаш, да? Это не означает, что вы чтобы это не означает, что вы пошли машину купили, пошли квартиру купили, пошли виллу купили, да? Осын яшашта бар квартира сатып алдыз, виллу сатып алдыз, машина сатып алдыз, бу назарда тутылмайды. Когда мы говорим легко жить, мы говорим сознание света, нур онгиде дабамыз яшашы, осын яшаш дегенде. Если вы будете все время стремиться только к материальным благам, агер хар дойн факат модди хохшларизы амаль яшашке, харакет қысыз, и для вас это будет успехом. Успех вы будете называть только материальные блага, да? Пақат модды ютуғларызы ютуғдып білсіз, то в 24-м году вам будет очень сложно. 2024-й ел сізге жүді қиым болады. Запоминайте это, бұны еслап қолын. Но, лекен, вы должны понимать, что можно сделать так, что кылшизмунки, что все ваши материальные блага хамма модди ютугларис, это может быть результатом вашего сознания света с нурли ангизы натиджас больше мукун, а это означает жизнь в волшебстве. Моджиза на хайотызге кыргызышта, яни моджиза онгиде яшаш. Нур онги синонимы, севге онги синонимы, да? Нам все время говорят, да, в интернете, чему я очень против, маджида каршыма шу нарсалеге, интернетта хардым гепрылына, да? Что всегда надо ставить цели и добиваться, да, его. Дай мақсат койп, он керш керек билген. Я не против добиваться цели. Я не против ставить цели. Мақсат қойыш, ёки мақсатке ерішке, умуман қаршымызмы. Но когда мы берем от интернета эти цели, интернеттан бұл мақсатты оламыз, потому что кто-то показывает, чунки кімдір көрсетеді, что в Дубае купили квартиру, Дубайда квартира сатылғанына. Кто-то показывает, что отдыхает в Мальдивах, Мальдивада да мольгенна көрсетшады. Кто-то показывает, как жене дарят подарок в автомобиль, кімдір хатанеге автомобиль сатылғанына көрсетеді. И мы берем эти цели, біз бұл мақсатты оламыз, полностью отвлекаемся, бұтынлай чалғымыз. Вы согласны? Если согласны, ставьте плюс. Қошылген болсыз плюс қойын. Только плюсы, пожалуйста, ладно? Пақат плюс елтіміз, потому что опять останавливаем чат потом, я на чат тоқтатамыз. И ложно добивайтесь этой цели. Ёлғондан бұл мақсатке ерішесіз. Мы начинаем делать то, что нам не нужно от матрицы. Матрица я караб, бізге умай керекмас мақсатке ерші башлимс. Потому что матрица нам это говорит. Чунки матрица бізге бұны етватты. Потому что матрица так хочет, матрица шуны гепарватты. Потому что такие эгрегоры, эгрегорлы шунака. То есть нам сюда это все внушают, да, через интернет, да, через соцсети, соцсети лядам бізге бёкка кыргызы койша, да. И мы просто как миленькие это делаем. Это сознание просто человека, это сознание раба, и даже грубо, да, скажу, укупалка бэткина, вы просто адди инсон онги, йоки инстинктив инсон онги, да, йоки кул онги. Понимаете? Чинвассызм. Все
желание – это и есть цели. Харбар хохшис бу махсатос. Но, лекин, можно сделать так, чтобы вы настолько работали с собой, шударджадайшин, настолько расширялись, шударджадакингиинки, просто любое ваше желание само, без никаких действий осуществлялось. Хама хохшларис, узы, хичкайсисдан хат-харакатсус, кучсис, амальгаши башласын. В результате, да, натиджеда.